сделать так, чтобы противостоять и возглавить полностью этот протест. И в случае, если не удастся решить эту задачу, нужно собрать собственные средства и не допустить, чтобы в Москве выплачивалось, чтобы в Москве было повышение пенсионного возраста. Таких пенсионеров в Москве 1 200 000 человек. И нужно сделать так, чтобы, если даже 1 200 000 подпадающих под эту категорию, и нужно сделать так, чтобы даже если будет принято федеральное законодательство, здесь нужно сделать все, чтобы оно не было принято, мэр Москвы обязан будет заявить, что на территории Москвы это действовать не будет. Мы за внутренние ресурсы будем выплачивать деньги. Мы посчитали, сколько это стоит. Это 7% от бюджета Москвы. Это вполне, вполне подъемные деньги. Нужно делать так, чтобы мэр, хоть повторяю, нынешний, хоть будущий, жестко выступили здесь против центра. И вот здесь будет проверка мэра и проверка его политики. Мы много критиковали Юрия Лужкова, но мы помним, что он не боялся противопоставлять себя и вступать в противоречие с федеральным центром. Вот сейчас будет экзамен для Собянина и для будущего мэра. Теперь о том, какие результаты. Да, я хочу честно сказать вам и взять обязательство, что в рамках московской кампании это будет главная тема, которую мы будем представлять москвичам. Мы, конечно, примем участие обязательно в общероссийской акции протеста, которую возглавит КПРФ в конце июля, но мы проведем и свое мероприятие по этому поводу. Большой общественный митинг, который будет в конце августа, в конце кампании. И там москвичи соберутся, и мэр должны будут спросить того, кого они выдвигают в мэры. Готов он будет защищать их интересы или не готов? Мы на себя возьмем такие обязательства. Я убежден, что мэр-социалист справится с этим лучше, чем нынешняя мэрия. А Собянин должен будет ответить перед москвичами, готов ли будет он защищать интересы их, и в случае чего платить, перераспределяя деньги со всяких мегапроектов, типа «Моя улица» или там рассадка искусственных деревьев или озеленение искусственными газонами. Деньги в Москве есть, нужно их просто уметь с толком тратить. Поэтому, товарищи, вот товарищ Левченко нам доказал, что побеждать можно. И он мне интересную такую историю рассказал, такое сравнение хорошее, что когда бежит один бегун, то у него 100% шанс. А когда начинают другие бежать бегуны, то шансы первого стремительно уменьшаются, они становятся уже не 100%. А к финишу первыми бывает приходят опытные бегуны или велосипедисты, которые за спины, что называется, выходят вперед. Поэтому второй тур на московских выборах возможен. Мэр в прошлый раз набрал 51% голосов. 51% голосов. Зед еле-еле набрал, избежав второго тура. За это время сторонников у него больше не стало. Больше точно не стало. Может быть и меньше не стало, но больше не стало это точно. А те, кто на прошлых выборах голосовал за Ивана Мельникова и Навального, они голосовали против политики мэрии тогда, и они проголосуют против политики мэрии сейчас. В совокупности это 40% голосов. Это второй тур. Наша задача собрать. Мы будем до конца бороться. Будем вместе побеждать. Я убежден, что социалистическая Москва – это будущее Москвы. Вопрос, когда? Или 9 сентября, или, скажем, в 23-м году. Но 9 сентября мы сделаем все, чтобы Москва стала социалистической с 9 сентября. Большое вам спасибо. Будем побеждать.